нас в школе проходят спортивные соревнования, которые устраиваем мы, волонтеры, потому что «Здоровая Москва» — это про нашу школу 1195. Мы проводим спортивный праздник, так как нам важно, чтобы наше будущее поколение было здоровым и занималось активно спортом. Сегодня в школе 1191 волонтеры организовали спортивный праздник. Спортивная молодежь – это наше будущее. Выбор школы 1191 – это спорт и здоровье. Наши волонтеры молодцы!